8 трактата Кила, и мы закончили с вами Мишну, объясняет Гмара так, что Илен, Тане, Шуавело, Тане, Таву и Пуск, Мира смотрит, что запрещено то, что расчесано и сделано как гладко вместе, а то, что соткано нет, говорит Гмара, нет, Илен, Танинан, Шуавело, Танинан, Таву, Авиана, Мринан, Таву и Мутар. Если бы мы сказали про один приготовление, то есть выходит, что у нас то, что сделано из шерсти льна, запрещено. Когда она взяли шерсть и лен и вместе их расчесали, сделали из них один материал, или, как мы сделали из них нитку, или сплели вместе. И говорит Гмара здесь, что если мы написали одно, мы подумали, что другое разрешено. И спросили мудрецов, когда это запрещено? Когда все эти три действия сделаны вместе в одном материале, или даже каждый один вид приготовления ткани или нитки уже запрещает этот материал из-за шатности. Авиан Амринан Гата Вуй Мута. Матнита Лу Амраке Эла Эна Сур Мишум Килаем Эла Тавуй Вари. Мы сказали, Мишна так не говорит, мы сказали, запрещено килаем и то, что спредено, и то, что соткано вместе. Дальше говорит Мара, окей, нитне шавело, нитне нус. Так, тогда пусть научит Мара то, что это расчесано вместе, но не спредено, говорит Мара опять, или это не на шавело, мы подумали, что то, что спредено, разрешено, если бы Мишна не написал. Сказали, поэтому Мишна говорит, что сказали, веревка и шерсть льна, запрещено их связывать вместе, потому что это похоже на то, что их сплели вместе. Тогда мы скажем, пусть, что спреденное запрещено. А расчесанное вместе не запрещено, говорит Гмара, нет. Или это не на таназ вело, это не на чуа, а вьяна мринан ха ша мута. Мы подумали, что предзино запрещено, а то, что соткано запрещено, разрешено. Матните ло амракен эла халабанина сурин мипне шеен чуин. Поэтому Гмара сказала, что материал, который называется по-английски фелт, то, что это сделано вместе, запрещено. Поэтому в любом случае запрещено то, что соткано, спрядено или расчесано и сделано как гладкий материал вместе и шерсть и льна, все это запрещено по Торе. Только вопрос, запрещено это нужно, чтобы это было сделано одновременно или даже по отдельности. Говорит дальше Гмара. Мешкетот шель ардаван, асурот. Что сказала Мишна, что пояс, шерстяной пояс красного цвета запрещен. И тане мутарет, но другая брайта говорит, что это разрешено. Манда Марасурот, Кегон, Илян Тарсия, Даха, Мехападбе. Тот там Мишна, который сказал, запрещено, что это было, была у них одежда, на которой они этот ремень, этот пояс пришивали. Поэтому человек не мог снять свою одежду, пока этот пояс на нем, одежда была шерстяная, пояс был льняной, или наоборот, это запрещено. Манда Мармутарот, Даха, Шанац, Гарме, Вага, Нахатали. А тот, кто сказал, что это разрешено, он имел в виду, что этот ремень, льняной, скажем, ремень на шерстяную одежду крепко привязывали, но он все-таки эту одежду еще мог снять, а ремень остался бы на его теле. В этом случае это не становилось запрещенным. Мы продолжим на следующем заключительном листе. Аминь.